Компания «Норильский никель» реализует долгосрочную стратегию устойчивого развития, которая направлена на создание экологически ориентированного производства. То есть сама стратегия, она включает, скажем так, три основных направления. Это первое из которых – это повышение надежности основных активов наших производств. Второе – это снижение выбросов СО2, то есть парниковых газов. И, конечно же, это энергоэффективность.